Расіі тэст на ВІЧ прапанавалі гараджанам у самым цэнтры Гродна. Такім чынам, прыцягнуць увагу да актуальнай праблемы, у чарговы раз вырашылі прынёманскія медыкі і валанцёры Чырвонага крыжа. Акцыя была прымеркавана да Міжнароднага дня памяці памерлых ад СНІДу. Всемирная организация здравоохранения поставила перед собой задачу 90-90-90 для того, чтобы обратить эпидемию ВИЧ-инфекции вспять. 90% населения должны знать свой ВИЧ-статус. К сожалению, по данным ВОЗ, у нас количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, составляет только 70%. Сегодняшняя наша акция посвящена мероприятиям по внедрению самотестирования. То есть человек может прийти в аптеку, купить экспресс-тест и пройти самотестирование дома. Прайсці тэст на ВІЧ гараджане маглі ў спецыяльна прыстасаваным для гэтага міні-аўтобусе. І тут жа, літаральна праз некалькі хвілін, агучваліся вынікі экспрэс-тэста. Мы расширяем доступ всех групп населения к тому, чтобы каждый желающий прошел тест на ВИЧ. Иногда бывает страшно пойти к доктору в поликлинику, иногда нет времени, иногда человек боится вот просто вида белого халата. А когда стоит доктор просто с табличкой и говорит, задайте вопрос, пройдите самотест на ВИЧ, тогда вроде как и не страшно, и люди с удовольствием идут на контакт и интересуются. У нас в некоторых городах сейчас наблюдаются вспышки ВИЧ-инфекции, это, например, по Гомельской области. Там очень большая вспышка, и за прошлый год там выявлено около 10 тысяч зараженных. Параллельно у центра города працавала пляцоўка Чырвонага крыжа, организаторы якой призывали горожан до активного абмеркавання проблемы. Инициаторы акции отзначили, что яны давно дошли от формату лекций. Больш популярной апошнім часам стала практика проведения тематичных тренингов у самых разных коллективах. Свой профилактичный плен мають и подобные вуличные акции.